Всем привет, с вами Прия. Сегодня вновь вскрываем недельные сундучки и надеемся на реально классный и прокнутый лут для всех персонажей. На самом деле, хочется мне так. Так вот, по порядку такому буду вскрывать, что изначально будет шаман, далее друид, далее воин, потом паладин, и вы приятно удивитесь, когда я на него зайду. Ну и рыцарь смерти. На него хочу релик какой-нибудь классный дропнуть. Ну что ж, начнем же. Шаман ветки исцеления, им прошел я 15-й ключ, немножко позабавившись, конечно, но все же. Хотя для начала вскрою тринкет, а потом уже... Что это? О, это хиловская ангербода. Я ее оставлю. Хм, мало ли, может пригодится. Окей, вскрываем сундук. Это запястье 965-е, сетовые, с катакомб или с квартала, что-то типа такого. Мои запястья с критом, но разница эквипов в 35 единиц дает о себе знать. Так что, скорее всего, это смена в лучшую сторону. Утроба. 14-е. Модификаторы текущей недели. Взрывной, сотрясающий, укрепленный. Равномерно убивайте мобов, держите дистанцию между друг другом и не забывайте усиленно бить мобов, так как они будут усилены как по ХП, так и по дамагу. Так, что у меня тут по квестикам? Ага, по квестикам все хорошо. Касательно рейдов в моей гильдии «Берегите ноги», сегодня в 16 часов по МСК будет рейдик для всех желающих. Так что в этот момент я подрублю стрим и пойдем, сходим, убьем full normal Anthorus. Может быть, кто-то оденется, может быть, себе кто-то легендарочек вытащит, а может быть, кто-то даже дропнет Амантул. Я вот, например, сегодня получу тысячный тринкет. Я вот прям вот, знаете, уверен в этом. Вот как я люблю последнее время говорить. Говорю, ставлю свою анальную девственность на то, что мне будет тысячный тринкет. Он будет у меня, я уверен в этом, поэтому делаю такие высокие ставки. Потому что кто, если не я? Воин, поехали. Поясок, 970-й. Зачем? Непонятно. Я подумаю, потом посмотрю. Экипировать, не экипировать его. Пока что просто вскрываем. И как бы все на этом. А, идем далее. Друид. Посмотрим, что на него сейчас упадет. Ну, на самом деле, для Вара это, скорее всего, будет небольшое улучшение. Для Шамана это уже прям конкретное улучшение такое прокнуло. А для Друида? Ну-ка. Тоже улучшение. Смотри. 16-ю утробу дали. Кайфовенько. Я специально решил на нем закрыть 17-й ключик. Там позвали как раз, думаю, почему бы и нет. Следующие две недели дропать хорошие чисто для себя ключики. И ходить по своим ключикам это намного приятнее, чем цеплять ключи либо с вас, с стрима людей или заранее собранных групп. Так, паладин, готовы? Сет. А я открыл набор трансмогов. Конкретно у этого яка, думаю, дай-ка гляну, что у меня там вообще палатным набором набралось. Смотрю, есть такой сетик интересный, Сцелин ночи, думаю, почему бы и нет. Почему бы не экипировать его? Угу. Паладин защита. Поехали. Плечо. Смотри, опять небольшое улучшение. Да это кайф какой-то прям. Так. У меня же еще токен на легендарку куплен. Конкретно для паладина защиты. Посмотрим сейчас, что упадет. Ну-ка. Что это? Это шапка. Вау. Вот это да. Это так неожиданно. Легендарка, вау. Хорошо, ладно. Юзаем баджик. Заметьте. На всех персонажей я пролутал... Сет испортился маленько. Ну хорошо, ладно, потом затрансмогаю.
На всех персонажей я пролутал либо небольшое улучшение, либо конкретное улучшение. ДК теоретически не сможет это повторить. Но хотелось бы. Ставим специализацию льда и вскрываем. Кольцо. 960-е. Зачем? А? Зачем оно падает? Алло! Хотя, надо сравнить. На самом-то деле, открыть Raid Bots. Далее открыть вкладку Top Gear. Скопировать весь код, который там только есть, прокликать колечки, наложить на них чант и проверить все это дело. А топовое ли это кольцо для меня и улучшит ли оно меня, этого вы не узнаете, потому что сундуки вскрыты, полезностей пролутано только на твинков. На основного персонажа в виде ДК ничего не пролутано. С этого становится несколько грустно на самом деле. Осознаешь, что все печально, что твинки одеваются, а мейн не одевается. И вообще все грустно с этого. Вот так вот. А касательно колечка, вот этого 960-го, я уже глянулся. Оно на 100 единиц урона по версии 7 DPS. Вот это вот, короля Утгарда. На 100 единиц дамага ниже, чем печать мастера порталов. Вот так вот. Вот так вот все грустно получается, такой вот плохой лут. А будь бы оно хотя бы на 5 эквипов выше, оно было бы лучше. Вот так вот. Вот так вот слишком сильно троллят меня эти сундуки конкретно на моем рыцаре смерти. Увы, но это не первая и не последняя неделя, когда я вскрываю недельные сундуки. Повезет в следующий раз. Я уверен. И вам повезет, если вы посмотрели этот видосик до конца и завосхищались сетом паладинским моим. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте вступать в гильдию, берегите ноги. Приходите в рейдики различные, которые установлены в событиях, в календарике и в сообщении дня. Не забывайте посещать ВК-группу, в которой проходят различные розыгрыши. Ну и там есть очень интересные анонсы касательно моего апрельского досуга. Конкретно конца апреля. Обязательно изучите его. Всех вам благ. Не болейте. До скорого.